привет подписчикам, зрителям моего канала. Ребят, приехали на место. Приехал, видите, вообще еще темно. Выехал так, чтобы занять место, потому что постоянно выезжаю. Наше место занято, где прям хороший клев. Приходится искать что-то новое, кататься, но на тех местах почему-то нифига. Да и тут постоянно прикормлено. Хорошо закармливается это место. Я весной видели, сколько тут каши, не каши всякой оставлял. Да и так много кто людей на этом месте рыбалит. И место такое самое, можно сказать, лучшее на нашей речке. Сейчас отнесу все с окушка. И чуток посижу. Чуть рассветать начнет и пойду уже готовить снасти. Потому что я думаю, все равно смысла нету сейчас по темному закидывать. Думаю, ничего не будет. На улице прям ветрище, прохладно. Походу, что-то сегодня или дождик будет, или еще. Не знаю пока. Но сейчас пойду уже раскладываться. Чисто раскидаю все, поставлю, приготовлю. И будем ждать рассвета. Тогда уже по свету мы включимся. Ребят, по прикормке сделал тут, короче, жмых. Он разварился у меня, я его кипяточком залил. И кукуруза простая. Ничего не добавлял. Чисто вот такая вот кашка получилась. Это я буду на удочку закармливать возле берега. Закармлю. А так будем сегодня ловить на керосин. Вы видите, керосин. Запах такой прикольный, блин. Придумали же. И весной, кто видел мое видео, на этот керосин, блин, мештяк ловилось. И вот мы сейчас, пока я это высыплю сюда, буду тут лепить. Лешков сейчас налеплю, сразу приготовлю, чтобы потом руки не марать, ничего. А сюда мы замешаем в кормушку, будем забивать керосинчик. И посмотрим, как карасик будет осенью на керосин ловиться. Да и карпик, тут раз и карпик ловился. Тут у меня кукуруза и червячок. Сегодня у нас они будут как насадка. Не все, не знаю. А, еще буду забивать, смотрите. Вот так. Вот эта кормушка моя, которую я делаю. Всегда оснастка. Тут точно такая же, это чуть потяжелее. И вот такую одну попробую забью. На крокодил повешу. 50-граммовую. И пенопластик у меня есть тут в вороме замочен. Его забью. Вместо насадки будет. Пока сейчас чуть поднастоит, кормушки подвешу, пусть чуток наберется. Ребят, видео вообще того года, ну, только начинал снимать, так что качество, извиняйте, такое будет. Еще и на старую камеру снимал, без звука, рядом. Тут у нас соседи появились, которые матерятся, и чтоб YouTube не забанил, придется записывать так уже. Ну, такие вот карасики у нас ловятся. Это летом у нас. Ближе к осени уже.
Ну, караси у нас, в принципе, всегда. Ловил на червя. Прикормочку видели. На донке слабо у нас клюет летом. Весной хорошо будет. Это карпово удилище у меня. Катушечка с Алиэкспресса, по-моему. Ну, крокодил стоит. И еще один спиннинг, который на хищника у меня вообще. Ну, видите, однообразный карась. Не крупнее, не меньше. Пучок, видите, каких червей. Больше на сазана нацелено. Ну, берет карась. Ну, по-моему, без разницы, какой крючок проглатывает. Вообще хотел это видео выложить на Новый год. Ну, что-то потом сомневался в качестве. Ну, сейчас вот решил его выкинуть так немного. Поскучали, так сказать, что по летним рыбалкам. Камера старая, качество не очень, конечно, сразу. Разница какая. Червей у меня пучок, как всегда. В этом году буду поклевочки снимать за камеру. Будет видно поплывочек у нас уже. На всех донках плетенка у меня стоит. Леску, ребят, пробовал, никакой разницы. Этот прям хорошенький такой карасик. Оснасточка у меня есть на канале, кому интересно. Выбрал такую вот и постоянно не рыбали. Такие вот у меня тут черви. Пучком. На берегу грязь. Все как всегда. Хотя нет, убирался на этом месте. Карасик ведет как. В этом году, ребят, как я уже говорил, зимой на снастях не буду экономить, на крючках, на плетенке, потому что много сходов было, столько потеряно рыбы за крючков.
Вот это прям карпового удилища меня радует. Легко закидывать. Речку перемахнуть прям, как делать нефиг.
пусто, Гер. Да. Блядь, как дернул хорошо. Там он должен сидеть сразу. А тут еще что, может он в леску ебанулся? Я думаю, колокольчик за улицу. Это Роман, а с той стороны домик-то. Так долго длинно. Ну а что ты там, что это редко тебе колокола звонят? Да эти вот караси, блядь, хоть на этой, хоть на... Что, бляха, звенит, как будто через весь дом придет долго. Я говорю, ну, Роман, наверное, через дом. Ну, я пока тебе дом звенит, видишь, что они скорее? Под вообще. Да ну их нахуй, и я подвелаю его. Сейчас вот его. За банки как улыбки. Ha 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 ha!
Ну все, ребят, рыбалочка закончилась. Наловили мы неплохо. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут выйдет. Не помню уже, сколько там вышло. Думаю, под 5 там точно больше. Но это заклинили что-то. Вот почему я взял себе, ребят, сейчас механические. 3900. Ну, нормально. Все равно больше 5 нельзя. Вот такие вот карасики. Ну все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии насчет этого видео. Чтобы я знал, выкладывать, не выкладывать, если будут такие неинтересные, так сказать. Тут подписываемся, я говорю. Ну и все, ребят. Всем пока-пока.